Сегодня в Москве на церемонии вручения дипломов выпускникам МГПУ был дан старт важному этапу глобальной программы в сфере образования. Запущена в эксплуатацию первая очередь проекта «Из вуза в школу», призванного соединить все педагогические вузы со школами в ближайшее время. 2015 года осуществлялся непрерывный рост качества подготовки абитуриентов, поступающих на программы педагогическое образование. Мы говорим так: учителя – это новая нефть. Почему мы так говорим? Потому что вот мы себя там всегда сравнивали с техническими вузами. Вот здесь на этом слайде представлен рейтинг вузов двух. Это, собственно, наш университет и университет нефти и газа. В этом году разработана технология, обеспечивающая абсолютно 100% трудоустройство по специальности. Мы эту ситуацию прогнозировали еще в 2015 году. Тогда же родилась идея новой транспортной сети. Мы даже запустили небольшой экспериментальный участок трубы в соседнюю школу. Наработки МГПУ легли в основу всеобщей стратегической программы. Наша система почти на 80% состоит из узлов и агрегатов стандартного нефтепровода. Это позволило существенно сэкономить на этапе проектирования и выйти на высокие темпы строительства с учетом городской специфики. И вот, наконец, по трубе будет доставлена первая партия учителей, выпускников МГПУ. Им предстоит преодолеть десятки, а возможно и тысячи километров. Дорогие друзья, сегодня я очень рад, что мы не просто выпускаем вас в неизвестность, а направляем непосредственно к месту работы по инновационной технологии, не имеющей аналогов в мире. Поехали! Ну, поехали! Встречали, ребят, 18 московских школ первой очереди проекта. В школе номер 548 их особенно ждали. Были жуткие времена, когда выпускники педагогических вузов до школы не доходили. Ну, кого-то по дороге воровали, я не знаю, куда они все девались. Поэтому вот это чудо, я имею в виду учителей провод, гениальное изобретение, не знаю чье. Это подарок судьбы. Вот первые ребята, вышедшие оттуда, они уже, видите, сидят в учебных кабинетах. Дети безумно рады. Кстати, это они придумали слово «учителя провод». Ну, наконец-то. Труба-транспортер имеет одностороннюю направленность и защиту от обратного хода, что позволит удержать в школах до 100% поступающих по ней учителей. Но есть у проекта и свои противники. Целесообразность проекта видится сомнительной. Ведь большую часть времени труба будет простаивать, а для города это может обернуться масштабом экологического бедствия. Ясно? А вот первопроходцы трубы остались довольны. Чем-то на аквапарк похоже. Ну, это лучше, чем метро в час пик. Труба зовет! Но и сторонники, и противники согласны, что судить об эффективности проекта нужно лишь по прошествии времени. Вторая очередь сети «Из вуза в школу» будет внедрена уже в следующем году. А к 2025-му планируется проложить более 2000 километров трубы и обеспечить всех выпускников педагогических вузов гарантированным трудоустройством. Ну, а я решил проверить на себе, как работает труба. Ай, ё-моё. Труба только для выпускников.